6 ноября 2023 год, солнце садится за горизонт. На удивление, какое-то оно в дымке, в тумане. Совершенно не пропадает вот это сяево, сияние. Очень странно. Ну, хотя, может, это как-то связано со вчерашним вот этим северным сиянием. Я в Запорожской области, в районе города Орехов нахожусь. Чтобы по широтам было понятно. Точнее, координат назвать не могу по некоторым причинам. Ну, удивительно. Нет никаких пятен. Обычно бывает... Зачастую пятна на солнце видны, но не сегодня. Да, сияние какое-то такое. Не вполне. Ну, очень жарко после дождя, впрочем. Сейчас плюс 21, несмотря на 6 ноября. А вчера, да и сегодня был дождик, так что вполне возможно, все банально. Это парит земля, и поэтому нам не хочет ничего показать. Наше солнышко. Ну вот видно уже, что по горизонту катится наше светило. Ладушка. 6 ноября 2023 год, Запорожская область, близ города Орехов. А вон, по-моему, пятнышко одно есть. А ну, сейчас я еще один дублик сделаю.